Новые руководители департаментов мэрии Ярославля включились в работу по формированию городского бюджета. Сегодня на заседании профильной комиссии муниципалитета депутаты заслушали изменения, которые планируют внести власти в главный финансовый документ. В частности, предлагается увеличить расходы на содержание и ремонт дорог на 224 миллиона рублей. Кроме того, на комиссии затронули тему завершения строительства 3 детских садов на улицах Академика Колмогорова, Чернопрудной и на Тутаевском шоссе. Дошкольные учреждения планировали открыть еще в первой половине этого года, но до сих пор объекты находятся на стадии закладки фундамента. При этом заместитель мэра Ярославля Сергей Калинин отметил, этот вопрос сейчас обсуждается с правительством области. Есть договоренность с областью о том, что нам будет предоставлен бюджетный кредит под 1% как раз под строительство этих детских садиков. Процедуры и соответствующие письма мы все направили. Документацию по этим трем детским садикам мы сейчас готовим, как раз она находится в экспертизе.